В Екатеринбурге прошел зональный тур 8-го корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром Факел». В нем приняли участие более 1500 представителей 20 дочерних обществ газового гиганта. В активе компании «Газпром Трансгаз Томск» сразу 7 дипломов лауреатов фестиваля первой степени. Лена Нечаева подробнее. В течение 3 конкурсных дней юные и взрослые артисты боролись за победу в номинациях «Эстрадно-цирковой жанр», «Вокал», «Хореография» и других. В состав жюри входили известные деятели культуры. Фестиваль «Факел» уже столько лет шагает по российской земле, что, казалось бы, это естественное событие, которого мы ждем как время года. Между прочим, ничего подобного в России не создано и не существует. «Газпром Трансгаз Томск» представляли 10 коллективов и исполнителей. Ни один из них не уехал из Екатеринбурга без награды. У томских артистов 7 первых мест, 1 второе, 1 третье и 2 специальных приза от оргкомитета фестиваля. Очень сильные коллективы, достойные соперники. И эмоции, конечно, после фестиваля остались просто невообразимые. Особенно, когда занимаешь первое место. Шоу-балет «Вавилон» – дебютант фестиваля. Томичи активно участвовали во всех мероприятиях «Факела». Посещали мастер-классы известного хореографа Александра Каргинова. И в итоге и зрители, и жюри оценили их танец «Освобождение» по высшему разряду. Победа томской музыки сердца, напротив, не стала неожиданностью. Танцевальный коллектив участвует в «Факеле» с 2004 года и 7 раз становился лауреатом первой степени. Но танцорам в очередной раз удалось удивить. Дипломы первой степени получили еще несколько артистов компании. Богдан Копейкин, исполнивший невероятные трюки на канате в нескольких метрах над землей. Музыкант Вячеслав Змео, ансамбль народного танца «Веснушки», цирковая студия «Орликина» и хореографический коллектив «Оранжевый кот». Эти коллективы имеют большие традиции, своих таких заслуженных стабильных руководителей. И поэтому их выступления всегда предсказуемы и их выступления всегда успешные. Несмотря на 25-градусный мороз, газовики устроили артистам в Томске теплую встречу. Финальный тур «Факела» состоится в мае в Сочи.